Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я хочу пригласить вас на живое прохождение курса «Книт-стайлер» за 5 дней. Это изучение программы «Книт» с нашей мастер-группой 9-месячного потока обучения машинному вязанию с нуля. Программу «Книт-стайлер» мы изучаем на 5-м месяце вязания, так как считаем, что сначала стоит все-таки разобраться с ручным построением выкроек, понять, где могут возникать ошибки и как этого избежать, а уже потом начинать процесс электронизации построения выкроек и создания узора. Ибо программы не строят выкройки. Они имеют в своем арсенале готовые варианты, которые вы редактируйте под себя, под свою задачу. Книт-стайлер – это программа, которая может существенно облегчить жизнь тем, кто вяжет. Несмотря на то, что разработана она для вязальных машин Silver Reed 840, функции ее вы можете использовать для работы с другими вязальными машинами, а также и при вязании спицами. То есть при наличии машин, не имеющих выхода на компьютер, в том числе ручных механических машин, эта программа будет незаменимым вашим помощником. Но применение программы не превратит вашу вязальную машину в электронную. Вы будете видеть на экране процессы, которые необходимо выполнить, но выполнять их будете уже в том формате, в котором может их выполнять ваша вязальная машина, то есть руками либо перфокартами. Программа позволяет строить и хранить выкройки, редактировать и создавать с нуля узоры и рисунки любой сложности, получать точный расчет убавок-прибавок, подобрать узор и увидеть его на выкройке, определить расход пряжи на изделие, создать перфокарт. Программа «Книт-стайлер» – это помощник для рукодельниц и дизайнеров. Богатый функционал этой программы позволяет реализовывать любую идею от наброска до готовой вещи. Пара слов о программе «Книт-стайлер». Программа находится в открытом доступе на сайте. Вы можете ее скачать, загрузить и пользоваться. Она абсолютно бесплатна. Программа имеет удобный и многофункциональный редактор узоров. Простой, но очень функциональный редактор выкроек. Большой встроенный каталог готовых узоров с конструктором стандартных изделий. И очень легкое управление электронной вязальной машинкой в интерактивном режиме. Интерактивные же подсказки для механических машин, а также распечатки узоров, выкроек, перфокарт. Несмотря на то, что программа «Книт-стайлер» небольшая и, в принципе, она несложная, она имеет несколько особенностей, в том числе она ставится не на все операционные системы. Тем более, ею нельзя пользоваться с телефона, потому что вы просто ничего не увидите. Но из-за того, что она старая, для пользования этой программой подойдет любой устаревший компьютер 90-х годов с очень маленькой оперативной памятью. И вы можете проверить, если программа скачивается, устанавливается, раскрывается, значит, мы сможем вас научить пользоваться этой программой. Наш курс «Книт-стайлер» за 5 дней состоит из 5 уроков. И за это время мы сможем с вами изучить все возможности программы и нажмем каждую кнопочку и поймем, для чего она создана и как она работает. Первый урок – это знакомство с программой. В этом уроке мы осваиваем принцип построения выкроек и задействуем основные кнопки программы, которые используются при каждом построении. То есть построим на произвольную фигуру, какую-нибудь выкройку заполняем простым узором и выводим готовую разработку в раздел вязания. На втором уроке мы задействуем раздел выкройки, разбираемся с тонкостями и возможностями программы, заложенными в нее создатели. То есть выбираем модель из каталога изделий и корректируем на свои размеры. А второй мы изучаем раздел конструктор. То есть конструируем изделие по своему желанию и по своим размерам. То есть мы создаем изделие как бы из пазлов. Основная задача второго урока – это создать и скорректировать стандартную выкройку по своему размеру. Третий урок мы изучаем раздел рисования. Разбираемся с возможностями программы по созданию своих собственных узоров. Корректируем узоры, предоставленные создателями программы в разделе галерея. И укладываем любые узоры в заданное количество рядов и петель. Это то, до чего самостоятельно многие не могут дойти и разобраться. Разбираемся, как сделать расчетный образец с узором для электронных вязальных машин. Четвертый урок. Опять работаем в разделе выкройки. И задача – коррекция готовых выкроек, имеющихся в программе, под конкретные изделия. Не просто под ваши размеры, а именно под конкретные изделия. То есть задача – взять дизайнерское изделие из интернета и под него откорректировать ту выкройку, которая находится в этой программе, под свои размеры. Пятый урок – это уже подведение итогов пользования программой. Мы работаем с разделом «Конвертер». Это перенос практически любых рисунков на вязание. Программа сама переносит узоры на петли и ряды. Правда, здесь есть некоторые ограничения, с которыми мы познакомимся. В этом же уроке мы рассмотрим, как сохранять, переносить информацию, загружать сторонние файлы, отсылать их заказчикам, если вы будете работать не на вязание, а именно уже на создание узоров. И это станет основным применением этой программы. В качестве бонуса тем, кто проходит эту программу в живом формате, мы делаем скидку. Этот курс вы можете приобрести за 3500, но и также
тем, кто выполнит все 5 заданий и пришлет отчеты, в виде бонуса мы подарим выкройку вот этого толстого медведя, построенную в программе КНИТ. Вы сможете вязать без расчетов, используя нашу выкройку, увеличивая, уменьшая. Это будет одно из изделий вашей галереи готовых работ. При изучении этой программы нужно понимать, что применение программы не сделает вашу механическую машину электронной. Вы не сможете одной кнопкой посылать свое изделие на вязание, и ваша механическая вязальная машина не будет вязать ее в автоматическом режиме. Вам все равно все это придется делать ручками. Однако вы сможете это контролировать на экране монитора, и, остановившись в любой момент, вы точно так же в любой момент можете вернуться и продолжить. Программа зафиксирует, на какой плотности вы вязали, какой нитью, где вы остановились, какие убавки были сделаны, какие не сделаны. И готовую выкройку вы можете хранить, использовать. Мы надеемся, что использование этой программы положит начало вашей галереи готовых работ. И если вы будете работать вязанием на заказ, то ваша галерея работ станет основой, которую вы легко будете перестраивать под вашего заказчика, под его габариты, не тратя на это время. Программа все это будет делать за вас. И это основная задача, которую ставили разработчики при разработке этой программы. Ждем вас на нашем живом потоке, который стартует 4 апреля по окончании нашего живого курса. Этот курс можно будет проходить только в записи и без бонусов, которые мы предлагаем за участие в нашем живом потоке. Ссылочка на описание программы, ссылочка на форму оплаты находится под этим видео. Вводите ваше e-mail и имя, и я по поступлении денег подпишу вас в рассылку нашей мастер-группы. Напомню, что наши уроки можно смотреть только с компьютера, с планшета, с телефона смотреть их нельзя, тем более, что программой Knit Styler также удобнее пользоваться именно с компьютера с достаточно большим монитором. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.